У меня двое прекрасных детей от мужчины моей мечты. Вместе мы с 2001 года. И все в гражданском браке. Год назад он принял решение уйти. Я его вернула 3 месяца назад. Но очень номинально. Он не хочет строить реальные отношения. Живет в доме как сосед. Меня и детей обеспечивает, но на любой мой вопрос реагирует как посягательство на его свободу. Говорит мне, что я свободная женщина, и мы только детей вместе воспитываем. Нет, не собирается оформлять отношения. Как быть? Будем каждый раз повторять одно и то же. Бесполезно, как вы видите, мы настолько тупые. Нам хочется наслаждаться жизнью, нам хочется, чтобы, чтобы жизнь она давала нам свои подарки. Все, мы не хотим работать над судьбой. Давайте сначала начинаем. Вот мы встретились с кем-то, да, живем. Как люди живут друг с другом? Что они делают? Они наслаждаются друг другом. То есть они хотят, чтобы близкий человек дарил счастье. Он дарит счастье, и это счастье заканчивается, потому что подарки не могут идти всю жизнь бесконечно. Допустим, я живу в номере в гостинице. Кто-нибудь стучит, говорит: Олег Геннадьевич, вам подарочек. Хорошо, раз, подарочек. Потом я сижу, жду, когда второй. Раз, тук-тук-тук, еще один подарочек, хорошо. Потом подарочки перестали приносить, и я пишу записку: Олег Геннадьевич, знаете, подарочки не приносят, что сделать, чтобы приносили? Ну это же безумие, правильно? Ну то есть мы живем с близким человеком, да? Вся психика вообще у нас повернута только на наслаждение. Вот мужик как бы уже живет рядом с вами. Представляете, какая аскеза? Между вами уже кончились наслаждения, все. Ну нету их больше. Я все время рассказываю один и тот же анекдот. Бабушка приходит к врачу, говорит: что случилось, врач? Бабушка говорит: не мочусь. Он говорит: ну вам 80 лет, моча кончилась. Все, идите домой. Кончилась моча, все, ее нет уже. Вот понимаете, в нашей жизни все кончается. То есть жила с мужчиной, наслаждалась им. Общее счастье кончилось, наслаждение кончилось, но это же все кончается. Для того, если вы хотите, чтобы не кончалось, надо по-другому жить, понимаете? Нужно жить в молитве, вырабатывать у себя бескорыстие, прощать человека за то, что он меня не наслаждает. Простила в сердце, начала ему служить. Заботиться никто не отвергнет любовь. Любовь сначала идет в сердце, потом она в поступках может идти. Ну, то есть человек не хочет наслаждаться мной. И живет со мной просто так, это вообще подвиг. Представьте, уже как бы наслаждение кончилось, а он продолжает с вами жить. Ради детей, ради вас. Это же самоистязательство фактически. Что ему сейчас надо в жизни? Наслаждение между вами кончилось, так? Ему наслаждение нужно в жизни, он хочет дальше балдеть. Как мужчина балдеет? Женщина как балдеет? Она балдеет с помощью детей, с помощью родственников. В ней много способов балдеть. Испытывать счастье от отношений. Особенно с детьми. Супер. А у мужчины, у него как бы похуже ситуация. Женщина, она вся вот соткана из энергии наслаждения. Вся из себя, вся соткана из энергии наслаждения. А у мужчины наслаждение находится только в одном месте, понимаете, в теле. И как бы, если через это место счастье не идет, он думает: что надо искать себе что-то другое. И он смотрит там, где покрасивее, помоложе, понимаете? Вот и вся система. Система балдежа, которая приводит к страданиям всегда в этом мире. Всегда только к страданиям. И все. Она очень простая. У женщины есть возможность наслаждаться детьми. Она сейчас... Все, она балдеет от детей. У мужчин как бы тоже есть эта возможность. Но такая послабее. Намного послабее.
И она, мне женщина задает вопрос: Олег Геннадьевич, как бы деньги заплачены, где услуги? Почему не расписывается гад? Вы поймите, что между вами нет отношений. Между вами нет отношений. То, что до вами все, до этого все было, это не отношения. Это просто вытягивание друг из друга энергии счастья. Один раз Васька, кот Васька попал в спирт. И как бы его хозяин, он нормально кормил до этого Ваську, все, но теперь как бы, ну, он его начал выжимать. Потому что спирт как бы на Ваське находится, понимаете? А его же надо пить. Вот, и он выжимал мачку, Ваську, и Васька сдох нечаянно. Ну, не хотел, но так получилось. Понимаете, и так мы поступаем с своими родственниками. Понимаете, ну, муж как бы не хочет расписываться. Давайте, Олег Геннадьевич, его еще немножко отожмем, чтобы расписался. Что надо сделать? Ну, поймите, что это не способ отношения строить. Наша цель же научиться служить близкому человеку. В служении вырабатывается любовь. Любви нет между вами. Вы не чувствуете любви друг к другу, потому что пользовались этой энергией всю свою жизнь. Так все люди на Земле живут, потому что служение — это уникальная энергия, которая вырабатывается только в отношениях с Богом. Человек не может сам научиться взять и начать служить близкому человеку. Ему хочется наслаждаться. Мы так устроены, что у нас энергия служения включается только по милости. И поэтому люди с древних культур, с древних времен каждое утро молились, чтобы эта энергия служения включилась. Она включается, сначала приходит много счастья в сердце духовного, а потом постепенно начинается желание это счастье отдавать. Когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим. То есть начинает отдаваться, то есть мы желаем счастья вам. То есть пошла отдача, понимаете? Но для этого сначала надо сконтактировать с Богом. И когда вы с Богом начинаете контактировать, вы начинаете молиться и чувствуете вот эту боль, что человек с вами живет как чужой, у нас дети, ну что же это такое, вы чувствуете эту боль. Молитесь дальше, дальше молитесь. Постепенно у вас силы хватает на то, чтобы этого человека простить, понять, что он в жизни никогда не чувствовал, как правильно жить. Он хотел только наслаждаться женщиной всю свою жизнь. Ну, нет понимания, нет знания, что такое настоящее счастье. Вы молитесь за него. Постепенно ваше понимание приходит, что такое настоящее счастье в вашем сердце. Вы понимаете, что вот мужчина есть рядом, и все, надо просто радостно заботиться о нем, прощать его, вести себя рядом с ним хорошо. Вы от этого начнете сами расцветать, и ему станет приятно. Он не сразу, конечно, оттает, он не будет сразу верить, что это все вот настоящая жизнь, что-то хорошее. Он будет ждать все-таки секса, какую-то молоденькую девушку, у него будет как бы внутри как бы эта картинка как бы. И как смахну слезу рукой, и снова вижу образ твой, Мадонна. Вот, у него будет всегда по утрам или по вечерам образ всплывать, какой он видит, вот. Он будет думать, что это и есть настоящее счастье так жить, с молоденькой какой-нибудь девочкой. Постепенно, в результате вашей молитвы, вы установите с ним сердечные отношения. И эти сердечные отношения, они в тысячу раз лучше, чем отношения влюбленности и сексуальных желаний. В тысячу раз лучше. Они счастливее, они красивее, они радостнее, они глубже, чище. И эти отношения основаны на любви к Богу. Вороны живут, настраиваясь друг на друга, и в результате получается карканье. А лебеди, они плывут в одном направлении. Лебеди — верные птицы. Одна погибает, вторая тоже. Они могут быть друг без друга, потому что это, ну, в ведах лебедь сравнивается со святым человеком. Святой человек в ведах называется Парамахамса. Хамса означает лебедь. Высшее проявление лебеди — Парам. Высшее проявление лебеди — Парамахамса, святой человек. Будьте как лебеди, пытайтесь думать о Боге, а между вами появится настоящее чувство служения, желание заботиться о человеке, не думать о том, будет он расписываться или нет. Вот если вы записку мне написали: «Олег Геннадьевич, молюсь каждый день, появилось чувство
что у нас не было еще нормальной жизни с мужем. Я начала заботиться о нем, улыбаться ему, прощать, служить. Вот. Он говорит, что живу с тобой только потому, что у нас дети. Мы как бы не муж и жена. Но я чувствую, что в сердце у него уже все меняется. Вот какую надо записку было написать и сказать, правильно я чувствую или нет? Я бы сказал, правильно. Все нормально. У нас уже 20 минут 9-го, да, время? 8-го, да, то есть надо начинать лекцию. Поэтому вот я насколько записок мог, насколько ответил. Значит, первая у нас тема воспитания и уважения. Отсутствие общего языка у родителей с ребенком. Есть разные причины, когда это бывает, но в целом причина означает судьба. То есть, есть разный возраст у детей, и в целом отсутствие общего языка возникает, когда мы теряем понимание, что происходит с ребенком. На каждом этапе развития ребенка есть свои ситуации. То есть, допустим, ребенок очень маленький, он может быть очень подвижен, если ему 5 лет. Вот. И чтобы общий язык был, для этого нужно его, ну, как бы с ним общаться в игре. Ну, то есть, если он как юла крутится, он тоже надо немножко крутиться, и в это время он вас будет понимать. Ну, то есть, если вы в игре не находитесь рядом с ним, он, у него другая скорость, понимаете? То есть, вам надо переключить свои передачи, чтобы с ним как бы общаться. Допустим, он играется в машинку, вы тоже берете машинку, двигаетесь и говорите, мой хороший, там, кушать будем или нет? Он такой, вы тоже, вот, и он говорит, на машинах едем, нам некогда кушать. Вот, и вы спрашиваете, когда мы уже будем кушать, приедем. Он говорит, ну, скоро, и так далее, понимаете? То есть, на все сначала нужно понять ребенка, в каком мире он живет, что с ним происходит. В 13 лет ребенок, на него начинает попадать половая энергия, и психика у него переворачивается. До 13 лет ребенок находится под защитой родителей, и это автоматически вызывает у него подчиненное положение. То есть он как-то слушает своих родителей просто потому, что он еще маленький. После 13 лет у него психика переворачивается, он уже не хочет слушать своих родителей, ему это вызывает антагонизм, потому что ему нужно утверждаться в жизни, ему нужно самому учиться жить. И в этот момент родители и дети не понимают друг друга, потому что дети хотят больше свободы, а родители забирают у них эту свободу. По факту механизм этого отнятия свободы такой. Хотите узнать? Вот смотрите, женщина наслаждается жизнью близкого человека. Так устроена ее психика. Ее счастье означает, что у моего сына хорошая жизнь. А хорошая жизнь, она ведь какая? Как я считаю. Вот если я вижу, что у сына хорошая жизнь, то мне хорошо. Если у сына жизнь не очень хорошая, как я считаю, я волнуюсь за него. То есть по факту это означает эксплуатация жизни сына. То есть мама чем занимается? Она живет жизнью сына. И она таким образом, чтобы она была счастливой, ей что нужно делать? Нужно сделать так, чтобы у жизни сына не было ничего, что меня волнует. То есть по факту это означает, туда не ходи, сюда не ходи, туда не смотри, это не делай, то не делай. Все. А сын не может так жить, ему надо, чтобы полбу получать на каждом шагу, чтобы развиваться. Нужно двигаться куда-то, что-то делать, ошибаться и так далее. Мама, как бы, если она сильно любит его, она ему не дает это делать. Все. Она волнуется за него и так далее. И говорит, у нас нет взаимопонимания. Проблема не в том, что у вас нет взаимопонимания, а в том, что вы привязаны к сыну. Что такое привязанность? Привязанность – это желание наслаждаться им. Надо это желание наслаждаться превратить в желание служить. Означает, опять же, то же самое. С утра слушаем голос святого человека, кланяемся в святыне и занимаемся духовной практикой. Через звук приходит изменение сознания, через звук мы сможем почувствовать силу, чистоту, то есть нужно... А сам я не знаю, как молиться, я первый раз, я слышу, как кто-то молится, я так же, как он, начинаю это делать, и происходит инициация.
В мое ухо постепенно входит знание об этом настроении служения и так далее. И это изо дня в день постепенно углубляется во мне. Как только у меня духовная жизнь начала течь в сердце, в этот момент я почувствовала, получила знание, что я не даю сыну жить. Вот ему надо жить, а я ему не даю, потому что жизнь мальчика соткана из ошибок. Ему надо ошибаться, чтобы разум развивался. А женщина, она наоборот гармоничное существо, ей не надо ошибаться, ей надо, чтобы все было правильно. Женщина больше всего счастлива в том мире, где все известно. Она живет в пространстве, где все известно. Она не хочет в неизвестное пространство уходить. А мужчине, чтобы развиваться, ему надо лезть в неизвестное пространство. И она волнуется страшно. Ну как же так? Но если женщина понимает, что она просто хочет наслаждаться жизнью своего сына, она это желание перебарывает в себе и начинает его благословлять. Начинаются правильные отношения. Она начинает молиться за него и думать, у тебя все будет хорошо в жизни. И уже наоборот отпускает его. Иди в жизнь, иди. У меня есть сила победить твою плохую судьбу. С тобой ничего не случится. Так должна жить любая женщина в отношениях с детьми. Она должна в молитве побеждать свои страхи и благословлять ребенка, благословлять. Но поверьте мне, как только у вас, вы просто в молитве преодолеете боль в отношениях с ребенком, сразу вы поймете его характер. А почему эта боль возникает? Она возникает от перемен, которые происходят с сыном. Вот смотрите, у вас появился ребеночек, вы думаете, это как бы мой ребеночек. Мой означает, что жизнь его должна течь в том русле, который я считаю нужным. Это иллюзия. Этот ребеночек 5 лет назад был глубоким стариком. У него огромный багаж жизненного опыта. Он с этим багажом жизненного опыта рождается в вашей семье. Сначала его психика как белое пятно, он еще ничего не помнит о себе. Постепенно он как будто просыпается. У него просыпаются разные черты характера, просыпаются устремленности, наклонности. И когда, допустим, эти наклонности начали в сердце проявляться, пробуждаться, его куда-то понесло. И вы такой, ой, что это? Да это же не было этого. Так вы еще много узнаете, чего не было. Он же живет не первую жизнь, понимаете? У него много чего еще не было. И у него появится очень много всего. И когда вы видите, что что-то не соответствует вашим как бы желаниям, то сразу отсутствует общий язык. Почему? Потому что возникает сердце боль. Вы хотите его как бы в свою сторону, а он сопротивляется, начинаются разногласия. Отсутствие общего языка с ребенком также возникает, если вы живете в неправильной среде. Если вы не прорабатываете судьбу в отношениях с мужем, между вами депрессия, злоба, обида, недопонимание, отчужденность, безверие и так далее, это называется невежественное существование. Вся семья находится в невежестве. Это означает, что ребенок тоже будет жить в невежестве. А какова жизнь невежественного ребенка? Невежественная жизнь ребенка означает протест. Он будет восставать против вас, он будет идти на улицу, делать себе как бы под гребешок прическу, протыкать все, что можно проткнуть, рисовать себя Чингачгуком, там все что угодно, понимаете? Чтобы сделать протест там, той структуре общества, которая находится. Все причины этого протеста – это боль между вами, между родителями, потому что он живет в шалашике, у него есть... Две крыши. Одна мама, другая папа. Когда мама с папой без духовной жизни живут, они побалдели друг от друга, между ними возникло дальше страдание. Потому что, когда люди не трудятся над отношениями, всегда возникают страдания. Ясно, что виноват не я, а он. Вот. Это все понятно. Это означает, что мы не молились. Вот и все. Дальше что идет? Дальше идет то, что ребенок, он не хочет такой среде жить. Он протестует, и между вами, естественно, нет никакого взаимопонимания. Это вторая причина. И отсутствие взаимопонимания означает невежественная среда жизни. Ругаемся, злимся, обижаемся, в депрессии, не верим, не любим, разочарованы. Или я вообще, Олег Геннадьевич, одна. Это тоже депрессия, тоже невежественная жизнь. Человек, который живет в молитве, он не может быть один. Любая женщина соткана из красоты, любая абсолютно.
Поднимите руку женщины, которые не созданы из красоты. Есть такая здесь? Все созданы из красоты. Почему не выходит наружу? Объясняю. Красота выходит наружу, когда она сначала наполняется в сердце, потом все больше, 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 и расцветает человек. Если вы расцветаете, вы одна с ребенком, ну, нет проблем. Есть много мужчин, которым нужны женщины с ребенком, вот именно. Допустим, он зачать не может ребенка, сейчас много бесплодных мужчин. О, как мне как раз нужна с ребенком. Супер. Если вы расцветаете, то Бог находит вам, понимаете, с колючкой никому не хочется жить. Вы говорите, дайте мне, вы как бы, как колючка живете, вы не расцвели, и Богу спрашивает, дайте мне мужа. Он говорит, ну что-то никто с колючкой жить не хочет, прости. Система очень простая, смотрите. Отсутствие общего языка с кем-либо означает всего лишь нехватка труда в отношениях. Ну, помолитесь просто, вот подумайте, ну, молитесь, просто в сердце у вас эта ситуация стоит. Придет время, сначала вы успокаиваетесь по поводу, есть у вас язык, хватает языка, не хватает. Спокойно, все нормально. Все будет хорошо у нас в отношениях. Следующая дальше ситуация какая? Это вы начинаете понимать, что происходит с ребенком. Он живет в своем мире, а мы, если мы не служим человеку, мы его мир не понимаем, близкого человека. Он как для нас, как неопознанный летающий объект. Особенно мужчина и женщина. Если они хотят наслаждаться друг другом, они вообще друг друга не понимают. Вот в тот момент, когда мужчина и женщина влюбляются в друг друга и наслаждаются телом друг друга, отношениями, они вообще не знают про психику друг друга ничего. Вот честное слово вам говорю. А у них даже близко нет представления о том, какой характер друг у друга. Вообще никакого представления. Вот когда они трезвеют немножко, вот эта вот влюбленность заканчивается, они начинают понимать характер друг друга, недостатки, характер, трудности какие-то. И тогда уже наступает полное опустошение. Зачем мне это надо было? Я же хотел обалдеть. И сразу разочарование. А у человека есть две стороны медали. Одна сторона — это энергия счастья, наслаждения, которая от него идет. А другая сторона — это его жизнь, это его трудности, характер там и все прочее. Мы жизнь человека не хотим принимать, мы хотим только наслаждение от него принимать. В этом проблема. Начните думать о Боге, и эти мысли дадут возможность самопожертвенно что-то делать для человека. Первое, что можно сделать, это просто принять его таким, как есть. Вот у меня нет общего языка с ребенком. Ну и хорошо, примите его вот без общего языка. Вот у него сейчас такая жизнь, такая судьба, примите его. Как только вы примите, вы начнете понимать, что с ним происходит. И как только вы начнете понимать, что с ним происходит, появится общий язык. Все это происходит в молитве. Сначала в сердце прорабатывается ситуация, а потом снаружи. Как влияет на настроение родителей на детей? Абсолютно влияет. Настроение детей копирует полностью ситуацию между родителями. Не ситуацию настроения одного из родителей, а ситуацию отношений с родителями, между родителями. Настроение ваших детей, их мышление – это ситуация между вами. Если у вас в сердцах нет счастья друг от друга, знаете, как это проверить? Глазки закрываем, вспоминаем близкого человека. Вот закрыли, думаем о близком человеке, светлая память. Значит, между вами счастье. Один вариант. Закрываем, думаем о близком человеке, боль. Там, неразрешенная ситуация. Значит, у ребенка в сердце будет боль. Закрываем глазки, думаем о близком человеке, вспоминаем, что-то не вспоминается. Значит, у вас вообще нет отношений. Вы просто сексом вместе занимаетесь и все.
Секс — это еще не повод для знакомств, если такой анекдот. Поэтому люди не создают семью. Они просто даже расписываться не хотят, потому что секс — это не повод для знакомства. Они просто используют тело друг друга. Это называется гражданский брак. Просто живут, используют тело друг друга, у каждого своя жизнь, все. Пока мы наслаждаемся друг другом, у нас никого больше нет. Как только перестали наслаждаться, все, я пошел туда, ты пошла туда. А у нас общие дети. Я вас не замучил? Все нормально? Не беспокойтесь за настроение детей. Вот ребенок ваш ленится, там, он в депрессии. Мы сейчас с девушкой разобрали подробно, что с ней. Она успокоилась. Она понимает, что делать. Не беспокойтесь о вашем ребенке. Он находится под полным контролем вашей судьбы. Просто вы пытаетесь это понять. Что если вы начнете менять настроение в семье, в вашей квартире, у ребенка будет некуда деваться. Это связано с тем, что энергия разума у ребенка имеет подчиненность положению. Он подчинен. Вот, допустим, представьте себе такую картину. Вы встаете рано утром, поднаслушались лекции Олега Геннадьевича, решили вставать рано. Встаете рано утром, все спят вокруг. Вы так пошатались, и бум, в постель. Почему? Потому что атмосфера сна кругом. Очень тяжело в этой атмосфере что-то сделать, потому что все спят. Видите, даже взрослый человек, ему очень трудно противостоять атмосфере. Атмосфера сна, я тоже сплю. Но у вас есть разум, вы взрослый человек, вы уже развитый человек. А он маленький ребенок, он только находится внутри атмосферы, он никогда не может из нее выходить. Его разум, его волевые усилия, его способность что-то делать над собой зависит полностью от того, какие у вас отношения. Если вы вдохновлены служить друг другу, ребенок вдохновлен жить. Если вы обижаетесь друг на друга, ребенок обижается на свою судьбу, он капризничает. Если вы в депрессии, вы не знаете, как дальше жить вместе, вы устали от характера друг друга, один капризничает, второй друг капризничает, никто не хочет молиться Богу, работать от ситуации в сердце своем, никто не хочет, каждый хочет, чтобы он другой перестал плохо себя вести и продолжал меня наслаждать. Сначала ты начни улыбаться мне, а потом я тебе, нет проблем, улыбнусь. А он не улыбается, потому что я ему не улыбаюсь. И все, и понесла. И так бесконечно. Вся ругань между людьми в семье, она имеет одну и ту же природу. Как тебе, мне надо служить. Ну вот почему ты так себя со мной ведешь, а? Гад такой. Что я тебе плохого сделал? То есть это означает, делай меня счастливой. Все. Ну вся ругань. Видите, не так нет такой ругани. Мой дорогой. Я так переживаю. Я хочу тебе служить очень возвышенно. Прощай тебе. Все делать для тебя. Ты почему-то не разрешаешь мне это делать. Я хочу, чтобы ты был счастлив рядом со мной. Почему ты не разрешаешь мне сделать тебя счастливым? Где вы такую ругань видели? Такой ругани не бывает. В принципе, вот скажут, нет проблем. Ругань всегда другая. Почему ты не хочешь сделать меня счастливым? Вот все, вся система. Не беспокойтесь о настроении ваших детей. Они являются индикатором ваших отношений. Они находятся внутри любви, внутри вашей любви. Нет любви, нет нормального настроения у детей. Все. Если у вас гражданский брак, это значит, вы чужие люди друг для друга. Значит, дети тоже будут чужими в вашей семье. Они будут жить сами по себе. У них будет своя жизнь.
Все это можно поменять. Нет, не бывает гражданского брака. Бывает просто недоработанное отношение в результате незнания. Начните служить близкому. Говорит, как я буду служить, если он не мой муж? У нас гражданский брак. А вы не вы решаете, он ваш муж или нет. Если Бог вас до сих пор держит вместе, не разрушает, это значит, он еще на что-то рассчитывает. Потому что Бог соединяет людей, держит вместе. Вы же уже 100 раз пытались уйти, но не можете. Пытаетесь уйти, но не можете. Почему не можете? Потому что Бог держит вместе. Вот и все. Нет других причин. Ну так и начните служить этому человеку, это ваш муж. Вы с ним живете, это ваш муж. Просто вы сами никак не хотите с этим согласиться. Или он не хочет согласиться. Ну вы служите ему как мужу. Он скажет, я тебе не муж, я, как они говорят сейчас, я партнер. Ну как этот, есть же кошки, собачки, там у них тоже вот так. Два партнера бегут, как бы. А, партнер с партнершей. А сейчас уже и два партнера бегают, понимаете? По-разному уже происходит. Вот. Надо понять, что вы не партнеры, вас Бог соединил в родственные узы. У вас законные перед Богом отношения, потому что Бог вас соединил. Все, начните как мужем ему служить, он станет мужем через некоторое время.